Привет, друзья! Пробка в Варшаве, поэтому решил быстренько запилить для вас видео, сообщить, что везу сейчас Hummer BMC 690. Это чуть другая версия, чем мы обычно привозим. Тут большая двухспальная королевская кровать сзади. Не раздельные кровати, как обычно, вот с объединением, а вот именно конкретный такой остров посередине с подходом с двух сторон. Приеду в Москву, обязательно сниму для вас ролик. Мы были на выставке в Штутгарте, снимали кучу обзоров, они сейчас постепенно тоже будут выкладываться. Где-то через пару дней порадую вас новым видео. Пока хочу вам немножко рассказать, как тут вообще все работает, потому что машина на самом деле чудесная, этот Mercedes-Benz Sprinter. Он меня сильно очень расслабляет. Я потом неделю еще на своем Volkswagen стареньком учусь ездить заново. Вот у меня сейчас дистроник стоит с максимальной скоростью 20 км/ч. Я ноги с педалей уже убрал, вот они у меня болтаются. Вот, машина едет сама в пробке, поддерживает дистанцию. И вот сейчас, видите, он начал притормаживать. И я сейчас тоже, сжав булки, буду держать ноги поближе к педалям, но ничего трогать не буду. Потому что страшно, машина за 10 миллионов под задницей. А тут можно ее поправить очень быстро, понадеявшись на этот помощник. 20 км/ч у меня максимально, а быстро и не получится. Ну давай, покажи, как ты останавливаешься. Вот мои ноги, если что. Вот, а машина едет. Машина, о, начала разгоняться за ним сама. Но если сейчас мы, конечно, влепимся в этот Hummer, то я вообще попаду не на 10 миллионов, а, ну, не на 10, но на хороший кузовной ремонт двух машин. Смотрите, тормозит. Все, тормозит сама и должна остановиться. Даже я дернул ногой, но она реально встала и заглохла. Заглохла, потому что здесь еще есть система старт-стоп. Она работает, когда мы останавливаемся и держим ногу. Вот смотрите, машина завелась, почувствовав, что впереди началось движение. Но нужно один раз нажать на педаль, чтобы машина тронулась и опять поехала. Ну, до максимальной скорости 20 км/ч. Сейчас я могу сделать побольше, но не вижу смысла. Вот такая, ребята, очень приятная штука. Очень, правда, расслабляет. И я потом немножко первые поездки на гольфе немножко так это странно себя веду. Ну, во-первых, с автомата опять на ручку пересаживаюсь, и еще вот эти всякие штуки, которые сильно расслабляют. Все, друзья, будет много интересных видео, поэтому спасибо, что подписались и смотрите. Немножко потерпите пару дней, и будет много интересного. Все, до новых встреч, пока.